Пока рыли вот эту траншею под воду, наткнулись на могилу собаки. Одной из моих собак дворовых. Вот выбрали такие, нашлись косточки. Вот челюсть, часть челюсти. Вот, Лёва все находит косточки. Клади сюда. Вот это косточка? Вот еще половина нижней челюсти. Клади, клади. А это нет, это дерево. Нет, это деревяшка. Вот это, видимо, бедро. Еще бедро. Вот, а вот зубик. Бедра. Вот зубик толчит. Вот зубик, да. А вот это позвоночник. Позвонки. Позвонки. Вот позвонки, остистый отросток, а вон там еще челюсти позвонок. Челюсти есть. А вот это вот там, это хвостовая часть, это крестец, это часть крестца, Лёва. А это где? Часть крестца. Крестец где? Тут еще позвонок, может быть хвостовой. Это часть верхней челюсти. Вот это просто обычная косточка эта. Это лопатка, возможно. Это вот ребрышки. Угу. Вот ребра. А вот и косточка. А вот где-то пальчик у нас был. Сейчас это, скорее всего, сейчас задние лапы, кость. Сейчас надо пальчик. Вот еще. Это может быть и ребро. Сейчас найду пальчик. Вот. А вот пальчик, вот пальчик. Вот. Разве это пальчик? Да, а вот еще фаланга. Это фаланга пальчика. А смотри, у него такие здоровые зубы. Это там уже показал. Дальние. Дальние зубки. Сейчас. А вот это. Это я еще не мыл. Ну вот мы похороним его обратно. Соберем эти косточки в пакетик и похороним обратно. Не хочешь? А почему? Не, я просто на них смотрю. Это Джина, которая погибла примерно 28 лет назад. 28 лет назад.